Да, будет победа, да, уверенно, спокойная победа, без нервотрепки. Хотя вот сейчас... 9 октября был обыгран Ижевский университет, но это, согласитесь, не так. Как Моля зарабатывает пенальти. Хороший показатель был у вратаря Лады, и ее заменили. Что касается университета, то у него хорошие шансы на выход в плей-офф. И вот еще один гол на забитых мячах. На высоте. И, видимо, исход вот переба. Сигиринова. Сброс на угол и Горшкова. Первый гол Лады. Ну, третья волна их полевых гимнболисток. Ну, надо же кому-то, какая разница, 11 мячей ты проиграешь или 15. Напомню, 30-20 в пользу Лады. 18-я минута. Вновь разница в 10 мячей вернулась в игрок. Ощутимо. Ну, собственно, в данный момент у Лады самый боевой состав. Сейчас бросок пришел. Татьяна Ерохина вместо Дарьи Вахтеровой заняла место в рамке.